Всем привет, дорогие мои, с вами Конова Анна, и это уже третий, наверное, обзор в моих условиях походных и погодных. Сейчас мы находимся в Гагре, это страна Абхазия, и я пару футболочек себе испортила, этого мне пришлось заказать новенькие. Итак, значит, у одной футболочки артикул 861-944, это такая вот классная футболочка женская, у нее идет состав 92 хлопок, 8% эластан, цвет белый. Просто беленькая, хорошенькая футболочка. Никаких нареканий нет, очень хорошо тянется. Просто вот сходить на ужин. Я обожаю что-то такое вот неброское, классное и удобное. Вот такую еще футболочку я себе заказала. Это у нас что-то типа домашней футболки, но оно до такой степени комфортно, что я ее себе взяла. Футболка женская, 862-131 артикул, размер 2XL. Прям хочу, чтобы она на мне была свободна, поэтому заказала оверсайз, чтобы вот, знаете, прям чтобы мне было хорошо, хорошо. И, кстати, не забывайте, у нас с вами есть акция по купонам по каталогу 10/2022 года. Не забывайте все потратить, что приобретете, потому что потом они сгорят и может быть поздно. Вот у нас с вами такая акция, и нам нужно с вами при заказе и оплате товара за каждые 999 рублей по каталогу номер 10 получить купон на скидку 50% в каталоге номер 11. Они будут вкладываться автоматически, и купон действует на один товар из категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, косметика даже для дома в каталоге номер 11. То есть мы с вами сейчас до конца периода как можно больше оплачиваем заказы, и у нас с вами выходит, что с 18.07 до 07.08 мы с вами можем эти купоны выбирать. У меня уже около 20 или 25 даже купонов, и я их буду выбирать. То есть за каждую 1000 рублей вам выдается один купон с 50% скидкой на любой продукт вот из этой категории. По одному купону можно выбрать со скидкой только один раз. На один товар можно использовать скидку только одного купона. Чем больше сумма заказа, тем больше купонов на скидку. Для зарегистрированных покупателей все купоны в электронном виде доступны в личном кабинете в разделе «Купонные карты». Незарегистрированные покупатели могут получать купон в печатном или электронном виде. Ну и вот смотрите, такая вот классная футболочка, легкая, шикарная, такая, знаете, полупросвечивающая, но она на теле вообще не просвечивает. Она просвечивает только вот таким образом из-за того, что я ее на свет вам показываю. То есть специально взяла побольше размерчик, объемчик, чтобы хотеть. Ну, она такая, знаете, желтоватенькая такая, бежевая слегка, очень светло-светло-бежевая. Вот если ее сравнить с белым, да, то я думаю, разница очевидна, что она действительно бежевая. Дальше, вчера уже испробовала вот эту штучку. Очень понравилась увлажняющая маска для лица для всех типов кожи вербена. Она идет против 7 возрастных изменений. У меня лицо засохло, высохло. Вчера мы очень сильно застряли на границе между Россией и Абхазией. Мы выезжали из Сочи, с эмеретинских курортов, то есть продлили путевку в Абхазии. Мы побывали на экскурсии в Абхазии, очень понравилось. И вы знаете, вот солнце, сколько не мажься СПФ-ка, я, конечно, не сгорела. Но после душа, может быть, тут другая вода, может, еще что-то. Меня прям всю кожу стянуло. И я прям потолще нанесла увлажняющую маску для лица. И у меня прям все как рукой сняло. И кожа до сих пор очень-очень приятная. Хотя я уже с утра встала. С утра тоже не жирная, как блин. Все великолепно, хотя нанесла не такой уж и тоненький слой. Значит, артикул 0967. Она идет просто как омолаживающая с активным антивозрастным комплексом из вербены и поддерживает упругость и эластичность кожи, интенсивно питает, смягчает, снижает шелушение. Что ж я эту маску раньше не встретила, я не понимаю. Вот она такая, вот видите, я ее слегка тут уже начала, да. Вот она такая беленькая, она очень хорошо впитывается, если, конечно, не такой слой наносить. Мне прям все понравилось, просто идеально. И причем она впитывается так быстро, что вот для меня вот лично вчера это было супер-мега важно. Почему? Потому что мы выехали в обед из номера, то есть мы все утро собирались, встали рано, выехали в обед из номера, потом съездили в Сочи в скайпарк, там по ступенькам походили, и где-то уже, считайте, около 7
7 вечера мы приехали, поискали, где покушать, покушали. Вот смотрите, да, полностью распределилась, никакого блеска нету, и сейчас она уже впитается, и вообще следа не останется. И когда она впиталась целиком, у нас получилась, знаете, какая красота, она не оставляет ни следы на подушке, ничего, она не скатывается. В общем, такая крутая штукенция. Смотрите, способ применения у нее есть два. Или можно нанести на очищенную сухую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Через 10-15 минут ее можно смыть теплой водой. А для более интенсивного ухода можно использовать, не смывая, вместо ночного крема. И применять 1-2 раза в неделю всего лишь. И, да, то есть экономная такая масочка. Вот маленькой капельки, да, грубо говоря, хватило на всю руку. И прямо даже качество кожи уже начало видоизменяться. Я не знаю, ну вот визуально это действительно... Действительно, не так видно, но это очень чувствуется, да, вот сразу чувствуется, какая вот эта сухая рука, какая эта увлажненная. То же самое с лицом. Поэтому я не знаю, почему она такая недорогая, я ее увидела и просто заказала, думаю, на всякий случай закажу еще ее, потому что увлажнение хочется, солнца слишком много. И вот, знаете, на всю кожу, на все декольте мне вот два таких горошка хватило, которые я выдавила. Просто обалденная маска, скорее всего, я ее даже с собой в Киров увезу, потому что такое за 14 дней не израсходовать. Далее, детская зубная паста, артикул 5112, ну, Викуська ее любит из этой мышки, я ее ей заказала, да. То есть приходит такая вот запакованная вся. Карандаши от натирания, я уже их вам хвалила. Это очень крутые карандаши для людей, у которых внутренняя сторона бедер натирается. Или так-то он идет от натирания кожи ступней, если у вас новая обувь. Он очень хорошо выручает, он действительно крутой. Это мой must-have. Год за годом я его покупаю, приобретаю. Артикул 1695. Он обычный, он не марает ткань, что мне очень понравилось. Да? То есть вот пару штучек взяла. Лишним не будет, веса никакого. Также, смотрите, я прям на свой страх и риск взяла юбку, чтобы пофоткаться в голубом купальничке вот с этой вот юбкой. У нас тут прям самый-самый берег. Вот с таким видом из окна я для вас снимаю. Очень классно. Это наш тут балкон. Балкон длинный, большой. И вот такой вот вид красивый очень из окна. Конечно, только благодаря Faberlic я с таким столкнулась. И вот такую вот юбочку. Что мне кажется, что талия у нее маловато. Но она уже не подлежит возврату. Потому что возврат в течение 14 дней. А мы 14 дней будем в Абхазии. И специально из-за юбки, конечно же, мы не поедем. Ну, я потом вам еще покажу, как она будет смотреться на мне. Кто подписан на мой телеграм-канал, я там все прям рассказываю, все подписываю. Да, то есть она такая идет вот с запахом, очень симпатичная, хорошенькая. Такая вот юбчонка в пол. Очень красивая. Артикул 930-046. Давайте с вами посмотрим сначала взрослую. Очень приятно, очень классно. Там, знаете, не жжет, нет никакого раздражения. То есть такая вот она легкая. И смотрите, если сильно ее прямо сильно потянуть, она может разваливаться. Видите, я ее сильно потянула, она разваливается. Но это точно биоразлагаемая. Такая остается чистота. Она не супер пропитанная. Она такая, ну не полусухая, но полувлажная, можно так сказать. Очень хорошенькая, очень приятненькая на ощупь. Никакой липкости не остается. Прям одна свежая. Мне очень понравились эти салфеточки. Они у меня уже лежат в туалете, потому что тут в номере почему-то нам дали на двоих один рулон бумаги, который мы за сутки уже истратили. А в магазин идти неохота. Муж уже ходил сегодня в магазин покупать абхазскую сим-карту, потому что тут в Абхазии очень дорогой интернет, и проще купить абхазскую сим-карту. А Wi-Fi вообще никакой. Мне его для работы лично не хватает. Может быть, для пользования хватит, но для работы не хватит. Да, вот 30-400 получается. Вот такие вот салфеточки. Аромат просто, вот я с этого аромата кайфую. И также у нас с вами появились 0+ детская туалетная бумага. Она тоже недорогая, 149 рублей вот в этом периоде стоит. Тоже биоразлагаемая, гипоаллергенная. Видите, какая классная у нее тут аннотация. Тоже все то же самое. Вот, только она предназначена для деток получается. Тут еще что-то вот она отличается, и сертификат немножко другого цвета, да, выходит таким вот образом. Вот, значит, вот эта туалетная бумага. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, она выглядит точно так же. Мне вот интересно ощутить аромат.
Ну, аромат точно такой же, еле-еле уловимый, его практически нету. Пропитка такая же, ткань такая же, и тоже, видите, ломается, рвется, да, то есть такая не сильно ломкая, но ногтем я ее могу проткнуть, да. То есть тоже очень хорошее такое ощущение чистоты. Их можно использовать как влажные даже салфетки, очень классно. Взяла пару пачечек, потому что у нас уже салфеточки начали заканчиваться, и, конечно, такая новинка для меня — это супер, просто супер. Я довольна. Значит, 0+, артикул 30-401 у нее, да, получается 30-401. Ну, прямо не огромная. Если честно, я думала их 15 штук, и поэтому заказала 2. Но на самом деле они такие большие. Вот. И, кстати, такие тяжеленькие получаются. Так, дальше, дальше. Что же я дальше заказала? Вы представляете, я заказала шорты корректирующие, но в них очень классно ходить гулять. Они идут в обтяжечку, футболочку сверху надел и пол гагры обошел. Поэтому я их прям... В прошлый раз я вот такие корректирующие шорты с длинной футболкой надела. Они не особо хорошо корректируют, не особо сильно утягивают, но тут все-таки идет такой, знаете, тугой поясочек. И они просто вот в них очень мне понравилось, да, суперски. Очень мне понравилось, суперски. И я не помню, когда их делала прошлые, поэтому я заказала вот новенькие. Тут такая плотность идет. В общем, прям великолепно, как раз для меня. Значит, они идут, размер LXL я взяла с артикулом 800-954. Очень хорошенькие. Да, вот, состав у них 80% нейлон, 12 спандекс, 2 хлопок. Ну, маловато по натуральности. Так, дальше, ну, это уже не новинка. Это 50 штук салфеточки 0+. Одну пачку мы сразу отложим на дорогу. Нам нужна большая пачка, потому что Вику может и вырвать в машине, и, ну, в общем, все что угодно может быть. И кушать она может захотеть после этого, и реветь, что я голодная. В общем, ручки, попочку. Когда мы ходим по различным туалетам, там очень часто не бывает туалетной бумаги, уж прошу прощения, да. То есть я же не знала, что это такая будет большая туалетная бумага. В общем, мы взяли пачку на отдых и пачку на дорогу. Пусть лучше останется, чем не будет. Салфетки — это святое. Вот 50 штук, артикул 1798. У них тоже идет очень классный состав, потому что они пропитаны нежным лосьоном с экстрактом календулы, пантенолом и витамином Е. Обладают смягчающим действием, препятствуют сухости кожи, и они идут 0+. Нашей Викусе 8 лет. Отлично, салфетки, я сама ими вечно пользуюсь. Дальше, значит, моча ту я оставила в номере, потому что она у нас больше половины месяца пролежала в сырости, и я решила ее не это уже выкинуть. Артикул 910-334 нашей новой мочалки с кусочками мыла. Лариса отказалась от мочалки. Далее у Викуськи истерлись носочки, я и заказала новые. Ну, потому что полдня проносила новое дело, полдня проносила новое дело, и мы дырявые носки, мы их просто выкидываем, мы их не ушиваем ни дома, ни в отпуске, вообще нигде. Значит, размер 36-38 очень хорошо подходит на ее ножку. Ну, как вы знаете, мы заказываем кроссовки 35 размер от компании Faberlic, да, вот Викуськи нашей, и 36-38 носочки, они тоже шикарные. Артикул 820-548, вот так вот. Дальше, значит, еще влажные салфетки для интимной гигиены. Идут дезодорирующие, идут. Так, еще дезодорирующие. И еще дезодорирующие. Ну, это с собой вот сейчас таскать, потому что они маленькие, удобненькие. В сумочку сунул, пошел, очень удобно. Значит, дезодорирующий артикул 24-69, а для интимной гигиены 20-67. Вот, если честно, для интимной гигиены вот эти вот, ну, всего одна пачка, но все равно уже лишние пошли, да. Если дезодорирующие отлично протирать лицо, все такое прочее, то вот для интимной гигиены одна пачка лишняя, но я особо не переживаю. Дальше. Заказали от пятен салфетки 30-552. Наш must-have. Обожаю, люблю. Вообще компанию Faberlic за этот продукт. Оттирает все. Гранат. Оттирает помаду. В общем, все оттирает. Супер штука. Шоколад. Шоколад оттирает. Это Ларисе в номер. Но, ребят, знаете, что у нас получилось? Тут, оказывается, можно сдавать одежду в стирку. Антон, сколько стоит?
Что стоит? А стирка? Не спрашивал. А, не спрашивал. Ну вот мы заказали, думали, что тут нельзя стирать будет, и заказали вот такой вот концентрированный гель для детского белья Ларисе в номер с артикулом 115-15. Мы его в прошлый раз с собой брали, нам он очень понравился. Вот, и думали, что мы тут будем стирать. Ну, сейчас узнаем, сколько стоит стирка, т.д. Ну, вот такой вот гельчик мы заказали для стирки, потому что тот бесси у нас полностью ушел. Из-за того, что нам в том номере очень мало, плохо меняли полотенцах. Обещали менять раз в 3 дня, но по факту поменяли полотенце всего 2 раза. Но нас спасла стиральная машина, потому что... Представляете, 2 раза поменяли полотенце за 17 ночей. Ну, я не знаю, что там с Эмеретинским творится, но туда мне больше не захотелось. Далее полностью израсходовали прошлый рефрешер для одежды и тканей. Я заказала новый. Я очень не люблю гладить в отпуске, хотя у нас с собой есть отпариватель Faberlic для каких-либо там длинных классных платьев. Но вот всю легкую одежду я глажу вот этим вот рефрешером. Также он может освежить, допустим, футболку мужа, если нужно. И очень мне понравилось. Белье меняют раз в 3 дня, раз в 5 дней, да, смотря где, в каком отеле. И вот что про него хочется сказать, это то, что он классно освежает именно постельное белье. С утра встал, подушечки обработал, простынку обработал, вечером ложишься, как будто в свежее белье. Это невероятное ощущение, этот рефрешер просто суперский. Артикул 30-289. Прошлый рефрешер мы испшикали, ну, буквально, я не знаю, может быть, за 12 дней, но там было на 3 кровати. Вот сейчас у нас 2 кровати осталось, потому что дочка уехала в... получается, домой в Киров. Она не захотела с нами в Абхазию. Ну, это тяжелая артиллерия, очень классные патчи, пусть они и дорогие, артикул 14-13, но они очень классно прямо выпрямляют, подтягивают глазки, они идут и на верхние, и на нижние века, очень хорошо. И, кстати, ребят, не ругайте меня, пожалуйста, за маникюр, я доверяю только своему мастеру, и поэтому у меня уже очень сильно отросли ногти, потому что я пью и омегу, и К2-Д3, и Q10, и вот это вот все я пью, кэлп еще недавно пропила, конечно, ногти стали расти куда намного быстрее, и вот за 20 дней, ну, даже за 19, можно сказать, так вот отросли не очень красиво. Ну, что делать? Я дождусь своего мастера и через 2 недели перекрою маникюр. Да, вот патчи для глаз суперски. Далее я заказала немножечко масочек. Буду их обязательно все пробовать, буду вам рассказывать. Да, то есть коллаген, пептид, комплекс, витамин С. Тут и мне, и Ларисе с гиалуроном, алоэ. Очень суперские масочки. Есть масочки-новинки. Да, вот коэнзим Q10 – это масочка-новинка. Матча – это масочка-новинка. И, по-моему, еще какая-то была новинка. Или нет? Нет, наверное, больше новинок нет. Маски все действительно очень суперские, очень качественные. Тут в рядочек у вас будут на них артикулы. Они идут обычные, тканевые, лицо преображают. Мне понравились, очень понравились. Даже мужу буду делать маску, пару масочек сделаю хотя бы раз в недельку, потому что у него тоже начало, все-таки мы люди северные, у него начала кожа шелушиться, потрескивать, где-то солнце чересчур сильное, какого у нас в Кирове нет вообще, да? Поэтому да, и вот эти 2 новые масочки обязательно расскажу вам, или 3 даже, пептид, по-моему, тоже новая, и расскажу вам обязательно их действия у себя в телеграм-канале. Разворачивайте описание под видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, буду очень счастлива. Так, дальше, значит, что у нас пошло дальше? Это у нас идет кислородный энергетический бустер для того, чтобы... интенсивно увлажниться и оттонизироваться. Это невесомая пенка, при нанесении на кожу превращается в ухаживающий тоник. Он увлажняет и удерживает влагу 72 часа. В общем, вы поняли, да? Доотдыхала, доездила, кожа начала ругаться у меня. Я уже начала ее чем только не увлажнять. И себя, и мужа, и дочка уже все детские кремы израсходовала. Что-то я мало, кстати, кремов заказала. Да, такой вот прекрасный тоник, который превращается в водичку. Вот так вот вы его наносите, да, после душа можно нанести на лицо, он у вас распределится, то есть это не пенка умывающая, а именно после умывания как тоник. Говорят же, да, крем без тоника, деньги на ветер. Вот вы ее нанесли, а потом сверху уже наносите свой любимый крем, когда он высох или остался слегка влажный.
Очень вкусный аромат, очень приятный аромат, поэтому я прям им буду пользоваться. Так, далее у нас идет, ну, как обычно, шампунь-бальзам для волос Кошка Малина, артикул 2344, яркий такой приятный малиновый ароматик. Вот такая вот у нас идет консистенция. Очень-очень вкусный. Вот шампуни у нас полностью закончились, поэтому я в этот раз взяла себе два шампуня от Эксперта. Мне не нужны и важны. Так, два шампуня. Ну, шампуни полностью закончились благодаря Екатерине Андреевне. И последние два дня я уже домывала голову вот этими отельными шампунчиками. Та еще ерунда. Значит, артикул 1894, 400 мл. Вот, и еще у меня был с собой шампунь Blonde Icon, я его не заказала, у меня там осталось, может, на одно, а может, даже на целых два применения. Это у нас идет укрепляющий, да, шампунь, может быть, на одно или на два применения Blonde Icon осталось, который нейтрализует желтизну. Поэтому я решила вот укреплением уже заняться, потому что, ну, мне кажется, что пару раз хватит мне нейтрализоваться, а потом уже я сяду под мастера, когда приеду в Киров. Ну, как вы видите, состав у него просто обалденный. Он действительно заявлен, как укрепляет структуру кутикулы и поддерживает эластичность волос. Мне кажется, что сейчас мне это больше нужно. Ой, мне кажется, что сейчас мне вот это больше нужно, чем нейтрализовать различную там желтизну, да? Так, далее, парочка мыл с хлордексидином. Ну, вы знаете, мне оно понравилось, оно не сушит кожу, оно обезвреживает, и я его прям на него подсела. Запах у него нейтральный, 200 мл, оно густое, пенится отлично, артикул 2717, одно мне в номер, другое Викуське в номер. Даже если там на 2-3 останется, мне вообще-то как бы я не переживаю. Дальше, значит, у нас идет с артикулом 8722 две штучки геля для интимной гигиены. Это взрослый гель для интимной гигиены. Один Ларисе в номер, другой нам в номер поставим. Даже если останется, ничего страшного. В один сольем, в чемодан засунем. Вот, дальше детское мыло для рук. Тоже Вика любит это мыло, и она любит его очень много выдавливать, поэтому его ненадолго хватит. Артикул 2356. Надеюсь, что этот бзик скоро уйдет. Так, 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 шампунь, гель для душа, это мужу, артикул 13-12, тоже большая упаковка, восьмой элемент, обалденный такой озоновый, свежий, мужской, прямо классный ароматище. Далее это новинка, 400 мл шампунь, артикул 28-30, вот вы знаете, я сегодня сходила на море, уже помыла голову, а вечером мы снова пойдем на море, и я опять помою голову. Я переживаю, хватит ли мне масок еще для волос. Вот, дальше, значит, идет увлажняющий суфле для тела. Решили больше магазины не баловать, приобрести в своем интернет-магазине со своей скидкой. Значит, 83,96 артикул. Оно нежное, оно классное, оно легкое. Оно очень-очень приятное. Мне безумно-безумно понравилось. Ну, я, знаете, вот есть кокосовые... У нас всякие продукты, да, с ароматом кокоса, которые мне не нравятся. Вот этот аромат кокоса, он мне безумно нравится, да. Видите, такой вот он густой, и он очень классно наносится. Кожа сразу такая говорит «спасибо», прям мгновенно. Не очень быстро впитывается, поэтому, конечно, лучше за 5 минут до того, как вы ложитесь в кровать, закончить нанесение его, да, не в кровати наносить, а именно за 5 минут до кровати, тогда у вас все будет хорошо. Вот, есть, конечно, вот этот липолосьон увлажняющий от Доктор Кор, он прям мгновенно, можно прям в кровати у вас что-то засохло, прям ножки подмазали туда-сюда и легли спать, и все в порядке. Но это не такое немножко, нужно 5 минут походить, погулять после него. Ну, не больше 5 минут точно. 83,96, господи, вот прямо бьет вот этот вот аромат. Ой, очень приятно вот этого вот кокоса, да, даже с какой-то немножечко... Горчиночку я чувствую. В общем, такого кокосового крема. Раз, два, три, четыре, пять. Да, то есть три, пять. А вот шесть, семь. Мы заказали семь. Решили, что нам больше не нужно. Вот, ну, то есть, ну, получается, по два крема на день. Ну, Антон у нас большой мальчик, он крем может израсходовать за два дня. Мне такого крема хватает на три дня целиком все тело намазать. Вот, дальше, значит, маска питательная для всех типов волос, ценные масла.
Артикул 8212, яркий аромат, очень хорошо устанавливает. Каждый раз в моем обзоре, поэтому не буду нудной все время на нем останавливаться. Но в пустышках вы видели закончившийся малофтелин, поэтому новый малофтелин будем начинать. Очень неудобно, у нас викуйский номер, через 3 номера и туда-сюда бегать, брать вот этот крем. Что-то я не знаю, почему я один заказала. Может, второй появится, но вот только один. Артикул 7912, получается, это крем на основе через кожного проводника с растительными экстрактами и маслами. Значит, активные компоненты тут идут: макадамия, жожоба, бурити, кедра, масляные экстракты конского каштана, календула, облепиха, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, и витамин Е и Ф. В общем, это очень наикрутейшая штука с не очень приятным таким, знаете, аптечным обычным ароматом, но мне очень нравится. Так, побежали дальше. Кислородный бальзам, наношу его под крем и утром, и вечером. Очень нравится. Артикул 5806. Он у меня был в заказе, получается, в Сочи. Потом он был в пустых баночках в Сочи, поэтому не буду про него долго говорить. Но обратите на него внимание. Это очень крутая штука. Подойдет вместо сыворотки. Так, это у нас шприц. Тяжелая артиллерия пошла. Кстати, он очень красивый, классный. Ой, как бы свои отросшие ногти не поломать. Вот такой вот шприц. Буду наносить, баловаться. Потому что все, лицо сказала: так, ты за мной плохо ухаживаешь. Скрабировать лицо я тут особо не скрабирую. Только вот, вот этим вот средством, которое я вам показывала в прошлом обзоре. Поэтому вот, вот это вот шприц, он идет с пластмассовым наконечником. Он ничего не протыкает, как некоторые тут меня спрашивали. Он просто активизирует синтез коллагена и других белков, повышает тонус кожи, улучшает тон рельеф, стирает следы стресса и усталости, омолаживает кожу. Я его обычно наношу на брыльную зону, если так можно выразиться, и на кольца Венеры на шее. Вот. Артикул у него 5794. Он действительно классно работает. Я как-то брала 5 шприцов подряд и вот таким образом прорабатывала шею. Шея начала исправляться, слава богу. Так, это средство еще одно для интимной гигиены, 2301. Далее сухой шампунь заканчивается мгновенно. Артикул 2702. Но я вам про этот суперский сухой шампунь уже сколько дала много информации. Так, дальше. Слушайте, что-то у нас с гелями для душа напряг. Я, по-моему, их вообще не заказала или заказала. Ну ладно, мы тут можем в магазин сходить. Значит, это у нас ухаживающий крем-гель для душа с овсяным молочком и молочными протеинами. Это тоже новинка, которую я не пробовала, поэтому в пустышках о нем расскажу. Артикул 8764. Ой, какой нежный аромат. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Он такой идет беленький. Не очень густой, но и не очень жиденький. Мне нравится такой аромат. Какой-то, да, действительно, пшеница. Так, бальзам восстановления и уход для сухих, поврежденных, секущихся волос 8750. Еще 2 таких вот легких кремчика, потому что после душа мне что-то нужно прямо в душе нанести. Если вот эта тяжелая артиллерия пойдет на ночь, то вот эта легкая артиллерия будет после первого купания 8690. Он, ну, это молочко, но такое жидковатое. Оно идет для чувствительной кожи с алоэ верой и молочными протеинами. Очень мне нравится. Поэтому мы прям довольны. Так, далее у нас идет день помады. 11-й каталог. Хорошенький такой, да? 11-й каталог. Куча, наверное, опять новинок. Нет, тут прям... Ого, какие тут крутые скидки. Ну, посмотрим, посмотрим потом, да? Хорошенький прям каталожек с кучей скидок. О, мне уже купоны пришли. Я только сейчас увидела. Вот давайте сейчас, чтобы не быть голословной, посчитаем точно, сколько у меня есть купонов. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать 3, 24, 25, 26, 27, 28. Ну, ошиблась. Не 25, 28. Но все равно классно. Так, ну посмотрим.
с вами, да, что у нас там ждет. Ой, кстати, у меня вот эти все помады позаканчивались, надо набрать. Водостойкие классные помады со скидочкой 50% или не получится, надо посмотреть. А, это кислородный бальзам, тоже с артикулом 5806, это моей дочке. Это моей дочке в номер. Муж, тебе пришел шампунь наконец-то, который не довложили в Сочи. Зеленый чай, контроль над жирностью. Артикул 1303. Любимый шампунь мужа. Кстати, аромат действительно зеленого чая очень-очень приятный. Далее, универсальный крем с аргинином. Вот вчера я так набегалась из-за... Ой, я не знаю даже, как вчерашний день назвать. Во-первых, очень много ходили пешком, скайпарк, вот эта железная лестница, которую называют стеклянным мостом, не знаю почему. А потом мы очень долго проторчали, переходили пешком с кучей сумок, котомок, границу Абхазия-Сочи, и, если честно, у меня тело болело. И вот как раз этот аргинин практически всю боль снял. Я сегодня с утра встала, я только ножки аргинином помазала, и все, и пошла гулять. Ребят, это просто спасение отпуска, если вам... под 40, можно так сказать, если вам под 40. И Лариса, и я им мажемся. Артикул 279, крутая штука, очень крутая штука. Жиденький, приятненький, мятненький, хорошенький. Так, у меня стевия закончилась одна. Одна осталась после Сочи, одна закончилась. Вот я заказала еще одну, 156,77. Дальше, такой вот, все закончились. Я брала 3 штучки в Сочи. Ну, у нас там и было много людей. 17,01. Кстати, у нас подгорела наша старшая дочка, 21 год. Она же крутая. Ой, да я быстро туда, ой, да я быстро сюда. А потом там был рынок, а на рынке столько всего. Я быстренько посмотрю. Ну и, пожалуйста, под вечер малиновая мордочка лица. Я говорю, ну что? Она такая, ну вот, я с тобой забыла, да, ну вот это все началось. Ребят, вечером намазали толстым слоем, я говорю, спи лицом вверх, говорю, ну что, чтобы кожа не облезла, шрамов не осталось, говорю, надо что-то предпринимать. И с утра этим же самым намазала. Отлично все, понимаете, все отлично, вот прям крутая штука. Вот испробовала, прям вот нисколько не пожалела, что его взяла, но я прям полтюбика с утра и полтюбика, ой, полтюбика на ночь, полтюбика с утра, и все, его нету, он маленький, он 15 мл, 17,01 артикул, поэтому имейте в виду. Так, 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 так. А, это у меня тут, это я хочу кое-кому в подарочек. Тут есть люди, которым я хочу подарить. Далее, пару сывороток. Ну, тут, как сказать, я решила пройти курс. Курс вот этого вот Блюма 45+, потому что морщины нужно уметь предупреждать. Я заказала себе вот такой вот ночной крем Блюм, дневной крем Блюм. 45+, лопаточки, у него, кстати, в состав не входит, к сожалению, да, поэтому я возьму лопаточки из патчей Ice Wool, они у меня с собой взяты, у меня там чуть-чуть, да, вы видели, в пустых баночках осталось, я оттуда возьму лопаточку, хлордексидин мы купили в Сочи, чтобы тут аптеки не искать, а тут она оказывается на каждом углу, и вот такой вот приятный кремушек, слушайте, у меня руки будут скоро самые молодые на свете. Да, вот такой вот приятный кремушка с очень таким приятным каким-то ароматом туберозы, может быть. Не знаю, ну что-то очень приятное, сладенькое, свеженькое. Вот хочу пройти линейку 45+, прямо в отпуске. Не знаю, какое будет у меня восприятие этой линейки, потому что, вот честно сказать, вроде бы незаметно, да, но когда нажимаешь, постоянно, видите, постоянно кожа вот в таком состоянии, то, что она красненькая, она подзагорела. Вот все время, да, то есть все время, и я понимаю, что я ее высушу за 31 день, ну, нереально не повредить кожу. Поэтому я заказала тяжелую артиллерию 45+, хотя мне 38 лет. Это у нас получается гель для век, биокапсулы молодости с откликом. А, вот смотрите, угадала, тубероза. С активными клетками туберозы. Так, 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 15 мл, 45+, вот активный лифтинг-крем, артикул 0148, можно, можно пару недель им побаловаться, тем более у меня лицо такое большое, у кого-то вот все говорят, у меня лицо маленькое, куда тебе столько кремов, а у меня лицо начинается от линии роста волос на лбу до груди. А Коко Шанель вообще сказала, что у нее лицо заканчивается в районе пупка. Ну все, с вами была Клоунова Аня. Это был мой обзор продукции в Абхазию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!